Алло, а что за хуйня у меня? Что-то я как этот, как долбоёб, меня выкинул или вы отдельно да сделали? Да я вообще не понимаю, вот именно какая-то херня. Я только Максим слышу, он с тобой разговаривает, а я тебя не слышу. Я так понял, да, либо... Я не понимаю, что за херня произошла. Я тебя не слышал. Ну вот, пока сейчас... Никит, кикни долбоёбу. А, во, появилось. Все здесь. Так, ты перезайди ко мне просто, Кас. А, окей. Да, вот... Во, всё, ништяк. Фу, всё, там какой-то лёгик. Там какой-то школяр с шипящим микрофоном. Блядь, пиздец, ебал я Тиму такую играть, так. И прям, знаешь, он когда разговаривает, у него да? просто жесть, как шипит микро. Да, я так отвык уже от лефт за месяц. Бля, я вообще, мне кажется, ни во что кроме лефт не... Нет, ну я в Хитмана ебашил, как бы, за да, это. Да, я видел. Это бесплатно, да? Не, это я старого, ну, типа, блядь, старого, который обычный первый, типа. А, нифига ну, себе. Который, типа, не супер старый прямо, который, типа, там, какого он, 16-го года? Blood Money какой-нибудь? Нет. Ну, типа, блядь, сейчас вот вторая часть. Да. Я просто какой-то там скачал, а он бесплатный. Там ты можешь за деньги там какие-то тебе откроются уровни или хер знает что. А, нихуя себе. Ну, я не знаю, там какой-то... Просто он Хитман, по-моему, называется, и все без всяких. Да, но он пиздатый, очень крутой. Я его типа проходил уже давно, я сейчас запускал, чтобы тупо испытания всякие проходить, оружие, открывать всякие штучки, дрючки. Так вот меня бесит, блин, я покупал последний раз, когда там Хитман был на новом движке, этот охеренный. Ну, блин, не знаю, короче, охеренный. Угу. И сейчас, блин, еще охерение и уже бесплатно. Я такой, блядь, на какую хуй я покупал дрючку? Максим, ты как со стилем?